Малыш! Давай, малыш, жги! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это 5 ночей с Тимохой 3, город. Мы продолжаем, вот то самое место, на котором мы остановились в игре, там, побег от Тимохи. Мы в яхте крутой, люксовой, дедовской едем, и ставьте лайк. Погнали, это трейлер, да, это трейлер. Ботал говновозом, не шофером, не таксистом, а вонючим говночистом. Нифига, пацаны, вы что творите? Оседлали хот-дог и вперед, да? Ну, это оригинально, слушайте, они летают на хот-доге. Там поменьше запах, что? На хвосте определенно. А куда мы бежим, кстати? Нужно будет бегать между домами в городе, что ли, от него, или что? Как будет геймплей выглядеть? Дедуля, дедуля перепугался. Что? Не поминай лихом, дед говорит. А? Я догадываюсь, что он говорит. С вероятностью 99% из 100 это булочка, сосиска и чай, бутерброд. Да, это я догадываюсь. Слышал, да, видел уже, да. Верю, верю, что вкусно. Малыш! Давай, малыш, жги! Давай! Что может быть лучше запаха напалма по утрам? Апокалипсис сегодня, Фрэнсис Форд Коппола. Еее, отлично, понеслась. Вот так вот. Чё, перепугались, да? Описались, вот так, вот и все. Город, кстати, прикольно выглядит. О, да. Мы спасены, отлично. Город прикольный, смотрите, такой прям. Чай, бутерброд. Что он сейчас будет? Нифига, попал. Слушай, ну ты зараза, Генка. Теряем, да? То, что теряем, я вижу. Детский дом, вкусный пирожок. Нет, в этот детский дом, я считаю, не надо ходить. И детей. За эти пирожки стою. Пирожки мне, а я пирожкам. Девиз по жизни, да, согласен. 5 ночей с Тимохой 3. Город. Это, ребята, был трейлер. А сейчас мы посмотрим видео на канале Жорик и Савелий, что будет в 5 ночей с Тимохой 3, все новости и тайны. Ну и, само собой, трейлер мы смотрели на канале разработчика TeamGZ. Это и так ясно, да? Всем привет, дорогие привет. Друзья. С вами я, Бобрик, Жорик, Хомячок, Савелий. Это Бобрик? Суровый голос у Бобрика. Ну давай, поехали. Всем привет, ребята. Я Бобрик, Жорик. Нет, да. Это Бобрик, а это был Хомячок, Савелий. Хомячок, нормально. Сегодня мы хотим рассказать так. Новости по поводу 5 ночей с Тимохой 3. Погнали, да. Да, а также порассуждать, что же все-таки может быть. Закрутить трубы. Вот, ребята, так что, напомню вам. Давай. Вам нужно подписаться на наши соцсети, поставить нам лайки. Ссылка в описании, ссылка на канал будет в описании, а там вы уже разберетесь. Прошлая часть, вторая, закончилась тем, что Тимоха сгорел. Да. Ну... Как бы да, и в то же время как бы нет. Прошлая часть закончилась тем, что они там на яхту сели и поехали. Пирожков. Это как бы позапрошлая часть, технически, да? Вот это голосочек, да? Вот это Тимоха отжигает, конечно, голосочек-то у тебя. О, тоже. Вот. Предусмотрительно выключена музыка, это хорошо. Из бумера. Страшно после вырубать. После этих событий и начнется третья часть, да? Там по слухам. Будет некий сгоревший Тимоха, то есть он будет какой-то сгоревший, но он все-таки выжил. Нифига. Да, да это ж Тимоха Экзе практически. Практически тюрьмы, Тимоха Экзе. А третью часть он пережил поджог целый. Ага. Вот. Действия игры будут у нас происходить, собственно, в городе. Понял. Я понимаю. Понял. Как говорил сам разработчик, в городе Псиноград. Вот, сейчас на экране вы можете увидеть кадры с разработки. Мне нравится вот как все такое, так и спокойно, спокойно. Раз красный дом такой, почти выделяется. От самого разработчика, опять-таки, там у нас Пятерка. А, это, наверное, есть магазин. Магазин. Интересно, будет ли он как-то взаимосвязан, да, сможет. Наверное, там надо будет тесто для пирожков закупать. Наверное, да. Я думаю, да. Ну, либо это просто как отсылка. Но будем там пирожки покупать, Тимур. Во-во-во-во. Или сами пирожки, да. Да-да-да. Но вы должны понимать, что это еще, конечно, сырые кадры. Ну, вообще, они... скорее всего, прям пирожки покупать мы точно не будем. Мы их будем испекать. Это же часть геймплея всегда была. Заработки, августа. Все. Да. Там без освещения, без всего, но это все-таки лучше, чем ничего. Угу. Да. Вот такой вот у нас город. Следующий кадр у нас. Это кормить. Тимоха бежит, собственно, по городу. И тут уже, как вы видите, с освещением все получше. И мы можем примерно прикинуть, как все-таки будет выглядеть игра. Да, городок, конечно, вот. Мое почтение. Там у нас Тимоха ходит по городу с пирожком. Шикарный. И, скорее всего, идет мстить дружку за
все злодеяния, что он ему не сделал. За все. Хотя на самом деле же это Овен, он хочет накормить, это просто самооборона. Да, но Тимоха это не понимает, он же злодей все-таки. Да. Но, ребята, это на самом деле цветочки, потому что следующий кадр у нас гораздо интереснее, ребята, ведь это малыш, который официально появится в игре и будет, скорее всего, просто Генки, мне кажется, либо вместе, втроем они будут, в общем, будет он помогать Тимохе. Да, красавчик. Страшненький, он, наверное, сбежал из детдома, либо его... Ну, может да. быть, Тимох... Либо из преисподней откуда-то сбежал, тоже возможно, да? Накормили пирожками. Угу. Да, и он стал злым, и, скорее всего, так же будет на нас нападать. Вот такой он... Так он стал злым? Подожди, он же на нашей стороне в трейлере должен быть, по идее. Не-не-не, мне кажется, он не стал злым. Он пытался нам помочь, он потом они там упали на вертолете, а дальше он... Должно быть, наверное, что он добрый все-таки. Это все-таки такая промежуточная версия. И вот на втором скриншоте, который у вас сейчас на экране, он более... готовый футболка и более видно влияние Тимохи. Даже чем-то похож на него, ребята. Согласны? Да уж. Он, у него такая крутая футболка. Там очки вот лайка босс, которые были в одной из серий. Босс настоящий просто вообще. Босс вертолет, ребят. Он же на вертолете прилетел, да? Надпись Swag. Вот. Такой вот малыш интересный. Да, вижу. Очень интересный. Даже какая-то доска объявлений. Возможно, там какие-нибудь отсылки будут спрятаны. Да, по-любому. Мы обязательно посмотрим. И последний скриншот, который есть на данный момент, ребята, это главный офис в игре 5 на 6. Ну, то есть, да, то есть мы вот тут будем сидеть, смотреть в камеры, там что-то оборачиваться, отворачиваться, закрывать двери, короче, может, какие-то папочки перебирать, информацию искать. Если, я так понимаю, будет звонить кому-то? Дружок. Кому-то звонить, может, здесь у нас все так стандартненько довольно. Можно увидеть прикольные обои котик. С котиком. Котик, ребят. Да, котик. Там всякие книжки, ну и, конечно же, большой монитор, чтобы можно было отслеживать камеры. Да. Вот. Там какая-то статуэтка стоит, но тяжело разглядеть, что там. Какая статуэтка? К сожалению, не совсем. Это лампа. Это лампа стоит. Какая статуэтка? Какая еще статуэтка тут стоит? Там понятно. Но я думаю, это тоже какая-то отсылка крутая. Там много цветочков, кружка. Ага. Вот так вот. Ну и, конечно же, ярлык, собственно, пирожка. Вкусный пирожок EXE. Он есть там увидим, в большинстве частей. Может, и во всех, если честно. Не знаю. Пирожок. А вот. Сейчас бы пирожок съесть. Итак, друзья, таким образом... Обычный пирожок. Просто нормальный пирожок бы сейчас есть, да? Не надо вот этих шуточек вот. Просто пирожок бы сейчас есть, да, да. Знаете, что у нас есть? Угу, мы будем в городе. Возможно, мы будем как-то с пятерочкой, может, там покупать пирожки. Понимаем. Неужели дружок у нас вернулся в свой дом? Да. Из первой части. Да. Ну, это мы узнаем. Либо он какой-то другой, может, квартира съемная, коммуналка, однушка, я не знаю. Да-да, квартира съемная. Бабка придет какая-то, проверяет, стань квартиру. Да, слышь ты, дружок, а что у вас там соседи говорят, вы шумите, там про пирожки что-то орете какие-то? Будет посмотреть, будет интересно взглянуть на то, как эта игра связана будет вместе с Тимохой Шауном, собственно. Ну да. Таким спин-оффом, да, промежуточной игрой между частями. Ну, Тимоха просто, как всегда, будет шалить. Вот так и будет. Шалун по призванию, да. Будет ли вообще дедушка в игре? Во. Да, потому что его судьба, она плачевна, судя по второй части. Угу. Тяжело понять, что с ним, как с ним. Но я думаю, это все нам... Ну, там они все на вертолете разбились. Там со всеми тяжело понять, что с ними, как с ними. Да. Третья часть. Я так понимаю, что этот видос вышел до трейлера еще, да? И ребята, если хотите первым увидеть и трейлер, и прохождение, да, он будет на нашем канале. Точно, да, трейлер. Так, ну что, посмотрим разбор самого трейлера, видим, да? Собственно, всякие магазины, вон да. Юлия. Магнит, еще какие-то магазины. Да. Должен быть еще же пятерка. Пятерка, да. Да, да, да. Пятерка, наверное, там где-то точно. Был. Да. Это был уже скриншот, но почему-то его не показали в этом. А, его не было в трейлере? Показали магнит, может, другие тоже всякие. Ну, жалко, конечно. Да, может, скины на магазин вообще. Да, и тут вот мы видим то, что влетает... Да, самый эпичный момент. Вообще, да, интересно, откуда малыш эпичный полетел? Малыш полетел, да. Вертолет? Это нет, меня меньше всего раньше, забыли. Раньше он же знал малыша в детдом, и походу малыш вырвался из детдома, нашел вертолет сверху, который там же стоял. Ну этот стандартный, знаете, туда... все дети, которые сбегают из детдомов, сразу вертолет находят. Знаете, как в GTA Vice City просто, на крышу залез, там вертолет, оп, все, полетел. Прыжки и полетел забирать дружка и деда. Да, обычная ситуация. Он раньше, из детдома не сбежал. Я не знаю. Капец, у него уши, конечно. Как он вообще залез? Как он ходит? Как он вообще передвигает? Как он не задевает столбы, вот когда по улице ходят, например. Тут вообще психопат какой-то. Ну, поехавший, ну, да, есть. Наверное. Но он вот.
стреляет, да, тут вот эти все опять же магазины, там дальше двор какой-то, возможно. Вот они, да, он по ним стреляет, и они убегают вот. Это, конечно, жестко, ребят. О, да, ну, красавцы. Они улетают. Да. Мне нравится дед вообще угарный, просто уматный вообще. Они показали множество клонов Тимоха, о которых шла речь. Там какая-то пушка. Что-то такое было, да? Писал сам разработчик, то, что через какую-то пушку Тимоха размножилось, там очень много клонов. О, как. Но их тут не показали, но при этом... Слушайте, вот, ну если такое будет, это будет, конечно, сложновато играть, наверное, да? В следующем кадре перемотай. Так. Нет, в следующем. А. Вот, здесь уже Генка на крыше, видите, а как он так успел забраться, непонятно. А он же летучий Генка, залетел, наверное. Живот вроде только-только, короче, убегал от них. Да-да-да, тут он уже на крыше и готов заряжать. Возможно, у Генки тоже будут клоны, ребята. Ну да, Тимоха же с ней поделился, может это какие-то специальные пирожки, вот нам же не раскрывают полностью, что в этих пирожках. Теории пошли. Если дружок съест этот пирожок, он тоже станет таким же злым и будет уже охотиться на... На деда или... Ну, это, кстати, мы не знаем, да. Может, и будет злым потом, да. А может, ему потом придется к психологу ходить, да, после этого происшествия. Кто знает? Не знаю, вот. Это какой-то, может, пирожковый вирус, что его съел сначала Тимоха, да. И потом уже поехали часть первая и так далее. Ладно, теперь кликайте сюда, ребята. На этом мы завершаем. Здесь тоже видосик про Тимоху. Если этот вам понравился, то и тут зайдет. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.